Вот уже третий год подряд в канун главного православного праздника на Кубани проходит акция «Сделай подарок сироте и себе к Пасхе». Мероприятие организует краевой благотворительный фонд «Цветик-семицветик. Вместе поможем детям». По информации пресс-службы Краснодарского края, на этот раз акция стартует 8 апреля и завершится 19-го. Она пройдет под девизом «Не нужно быть важным, важно быть нужным». В рамках акции в храмах и торговых центрах края вырастет больше 100 весенних вербочек желаний. Деревца украсят открытки в форме пасхальных яиц, на которых будут написаны желания воспитанников детдомов и домов-интернатов Кубани, а также детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы принести радость ребенку на Пасху, нужно просто снять одну из открыток и купить подарок. Передать его можно будет через волонтера или лично ребенку в руки.